Опять кто-то ломает камеру на спутнике. Не трожь камеру. А ну не трожь камеру. Покажись, кто ты. Че он ее дергает? Нормальный ракурс. Там вообще любой ракурс нормальный, по-моему. Если верить Симпсонам 23-го. В 23-м году. А что там с этим? Ну, мультик уж Симпсон. Как бы это угарный. Но. Они же. И Трамп давно уже президента выбрали. А, в мультике? Ну да, все эти серии, если там. А что, они Трампа выбрали давно уже? Ну, в 90-х. Серьезно? Да. Да ладно. Ну, у них серия есть, где там эта дочка, как ее забыл, Лиза. Угу. Была президентом, потом что-то передала. А, ей. Симпсоны! Я перепутал с Футурамой, ну, я понял. И они типа это, ну там уже Трамп президентом был, и типа он экономику всю долги в окно, то есть обокрал страну. Да. Да, и там, короче, дохрена таких фрагментов из вообще они там. Из сегодняшнего дня. Да, там вообще прям реальность такая. Ну, то есть я даже эти целенаправленно эти находил серии и смотрел. Они же правда там, блин, типа никаких годов. Слушай, надо посмотреть, интересно. Ну там просто можешь заютубить, типа. То есть они через мультики спроецировали нам будущее. Будущее. И типа там тоже Путин выбрал Трампа, что ли. А, или Путин помог там в выборе президента через хакера. Там на лошади прискакал. Ну, короче, хочешь правду, смотри мультики старых лет. Да. Пересматривай Симпсонов, Футураму и остальные. И Южный парк. Блин, ну вообще, там, конечно, сука, в Ютубе что-то нет. Ну что, он покажется, инопланетянин-то еще раз, нет? А тут что-то дергает эту камеру несчастную. Ну давай, покажись. Ты чувствуешь, что сейчас появится? Ну я прям чую, что появится. Ну, давай. Слушай, ну в чужой стране земляк землее, да, всегда. А в космосе любой житель земли земляк землей, землейший. Поэтому, братан, покажи, ты откуда? С земли. Я тоже, я чумею. Блин, уже 3 минуты. Практически ничего не происходит. Ну, не считая того, что в космосе кто-то спутник дергает за камеру. У него работа такая, держать камеру, сидеть. Одни облака. А? Одни облака. Почему облака синие? Это же океан. Ну, белого хера один хер. Ну, облака, конечно. Что-то какой-то носок или мешок. Что-то написано там, что-то. Прикольно, он даже не шевелится.